девочки, сейчас начнем с маникюра. Вот бескислотный праймер такой. База у меня Антония Домати. Вот такая вот. Топ Окси. Оранжевый гель-лак. Что-то не захотелось такого. И сверху вот такие вот будут блесточки. Салика заказывала. В общем, давайте же начинать. Так, девочки, все. Подготовила я свои ноготочки. Сейчас будем красить. Так, наношу бескислотный праймер первым делом. Просушила в лампе 30 секунд и наношу вот такую вот базу Антония Домати. Все, нанесла базу, просушиваю 60 секунд и буду наносить второй тоненький-тоненький слой. Девочки, ноготочки я накрасила в один слой. Сейчас буду наносить второй. Все. Наконец-то я закончила. Такой красивый, вроде бы яркий, но такой вот летний, весенний маникюрчик получился. Мне очень нравится. Так, два пальчика блесточками сделала. Красота. Ну, а теперь вторую руку надо сделать. А вот молочный. Угу. Давай молочный. Да. Молочные конфеты не могу брать. Будем. Так, ну а здесь у нас конфеты шоколадный черный принц и вот эти вот красненькие. Очень вкусные, мы их уже брали. Так, идем дальше. Здесь мне нужен корм для моего Бенчика. Даже без него. Вот. Выбор, между прочим, хороший. Это мы тоже любим. Без сетра не уйдем. И цена 3-4 гривны. 18. Это уже минералка пошла. Вот. Так, губки для посуды тоже обязательно. Обязательно. Без них никуда. Интересно. Возьми. 38, да? Попробуем. С лимоном 82,90. С маслом лимона. Интересно. Где? Вот. Ну да, цена, конечно. Тест только зеленый. Не, вот еще вот этот вот. Вот черный тест, кстати. Тест 39. А, это чисто черный? Да, можно такой будет. Спаваю. Маленькая. Так, друзья, мы уже дома. Так, сейчас покажу вам покупочки наши. Вот, заходили мы в Варус магазин, в аптеку. В общем, сейчас давайте по порядочку. Так, взяли пару лимончиков. Ага, вот тут даже чек есть на 9,07. Килограмм 39,80. Так, пару лимончиков. Взяли нафтизин. Что-то мы немножечко простыли. Вот, дальше заходили в чайный магазинчик, взяли вот такой вот чаек, такой ни разу не пробовали, это чисто черный, взяли мой любимый ТС, так, и взяли тоже наших любимых
чаев. Это гринфилд, это ананас и это корица. Так, слаживаем все. Сюда. Дальше, давайте доставать. Здесь у нас сахар. Так, фокус. Сахар взяли обязательно. Потом макароны. Вот такие вот закорма. Тоже такие ни разу не пробовала. Попробуем. Так, ну и в этом пакете ситро и водичка минеральная. Сейчас я достану. Так, давайте вот так. Вот лимонад. И вот такая вот водичка бонбосу. Продолжаем. Взяли хлеб. Обычный батон и половинку черного хлеба. Так, взяли мы еще желе. Хочу приготовить. Вот такой вот взяла. Два киви и одно апельсиновое. Вот. Дальше. Конфетки. Вот такие вот. Трюфель. Значит, килограмм 223 гривна 90 на 33,14. Вот. Потом взяли майонез Олис 50%. Так, масло сливочное. Так, это мы взяли мясо. Это здесь у нас 700 грамм домашнего фарша и 6 куриных ножек. Где-то чек есть. Если я сейчас найду чек, я покажу, насколько получилось. Так, все падает. Так, это что у нас? Да, фарш домашний и куриные ножки на 146,72 получились. Так, и последняя сумочка. Здесь у нас мочалки заканчиваются. Взяли яйца. Десяток обязательно. Так, яйца. Взяли мы... Ой, прям на яйца. Успехи бы не разбить. Взяли кетчуп вот такой вот. Торчин к шашлыку своему красавчику. Я взяла вот такой вот корм кошачий для котов с курицей. Никогда такой не пробовала. 44 гривны стоит. Кстати, тут такой достаточно... А, 400 грамм здесь. Большой, да. Вот. Взяли вот такой вот шоколад молочный. Нам очень понравилось. Так. Еще взяла вот коту вот такой вот Леопольд мяско, конфетки еще одни. Это у нас Черный принц, килограмм 205 на 39,38. Затянула. Так, падает, все падает. Взяла вот такую вот квашеную капусту. Хочу сварить такой супик. Вот кисленький с томатиком с квашеной капусты. Так, ну и все. И вот такая вот зубная паста. Гранат. Мятно-гранатовый вкус. Ни разу не пробовали. В общем, попробуем. Так, ну и все. Вот это вот все наши покупочки. Сейчас с фаршика сделаем тефтельки и сварим супчик. Так, друзья, все. Котлетки я слепила, сформировала. Значит, здесь у меня соль, перец, приправа курица, кориандр. Вот, и заливаю это все подливкой. Вот так вот. Наверное, хватит. Здесь у меня водичка, кетчуп, томатная паста. Ой, точнее, сейчас я вам расскажу. Здесь у меня водичка, майонез, томатная паста и чесночок, ну, солька и перчик. Вот. И это все теперь отправляем в духовочку. Так, а вот и мои тефтельки уже приготовили. Смотрите, какая красота и вкуснота. Супер. Просто супер. Так, а вот и мой супик или щи, не знаю, как назвать. Вообще супер аппетитный. С квашеной капустой, с укропчиком. Это просто красота, вкуснота. Все, ужин готов. Всем, кто кушает, приятного!